Вечер русской классической музыки состоялся 27 апреля в РАУ. Произведение классиков Скрябина и Рахманинова представила лауреат международных премий пианистка Изабелла Марутян. Скрябин и Рахманинов – бесспорные величины мировой музыки, самобытное творчество которых не только актуально, но и в случае Рахманинова нашло свое продолжение в произведениях композиторов последующих поколений. Thank you.
Thank you.